Всем привет, ребят! И сегодня мы снова находимся на нашем любимом скайблоке. Давайте же приступим к этому видеоролику. Как вы видите, у меня в инвентаре очень много булыги. Что же это может значить? Возможно, я буду делать мобку, конечно, но я планирую в этом видео сделать ферму лута. Давайте же начинать ее делать. Я так-то помню, как она делается, но все же какие-то моменты, какие-то нюансы, все же я подзабыл. Давайте восстановим это из моей памяти и давайте же начинать. Вот так, мне кажется, будет достаточная длина. Или сделать ее повыше. Давайте еще повыше поднимем. Вдруг мобы не будут дамажиться. Вот так вот. Повыше давайте даже еще на один блок поднимем. Вот так вот. Делаем вот такое вот основание. Так, мне кажется, длина потока воды 8 блоков, как я помню. Давайте же раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Давайте возьмем воду для теста. Давайте, где же вода наша? Ведро пустое. Давайте возьмем его и наберем нашу воду из нашего озера. Поднимаемся, поднимаемся. И давайте же поставим, что же будет у нас. И да, ребята, я не забыл. Вот так вот. Ставим ее вот здесь вот. И вода не стекает, а остается на блоках. Это замечательно. Ну вот все, одну сторону мы сделали. Давайте сделаем и все остальные. Сделаем стеночки для основания. Вода только пока что здесь, но я потом ее добавлю и на все остальные потоки. Делаем место для появления наших мобов. Вот, контуры готовы, ребята. Контуры почти готовы. Вот здесь еще поставим. Вот, все, контуры готовы наши. И давайте же сделаем стеночки для нашего яруса. Давайте же поставим водичку. Берем нашу водичку. И последний поток у нас готов, ребята. И нам надо сделать вороночки, ребят, поставить. Так, сундучочек поставим. Так, и к нему ведем наши вороночки. Упс, упс, не так. Так, вот так вот. И уже к этим воронкам мы добавляем все новые и новые. Эту к этой. Эту можно к этой добавить. Во, ребят, все мы сделали. Это мы можем поломать, потому что это нам не нужно. И сундучки можно увеличивать здесь и делать все больше и больше лута. Ну что, ребята, думаю, это было все. Обязательно подпишись на канал и оставь комментарий под этим видео. Всем пока-пока.